И вон, и этот сними, сними. Толщины. Сестрой. Сейчас будем мимо проезжать и сниму. Посмотри, пони поедут. Пони, вот, развернись, пони поедут. Открой окно через землю. Нет, 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 вон они. Вон, вот. Открой окно и прыгай. Это ослик. Это пони. Ослик, ослик. Это не просто так. Сдачу не надо.
Так я издалека. Вот деньги уже полетели, деньги. А он их смотрит. А у кого это? Вот у вас. Вот, светится, да. 10 копеек рублей. О, какие небольшие деньги. 10 копеек, это... Не, можно садиться, что? Да, забирайся. Не, забирайся за своей цимбалой. Чем? Простите. И слов таких уже. Как в кино, переведи. Переведи меня через Майдан. Да нет, через Майдан я сама перейду. Я не в этом. Я в смысле... А вон, за Адамом, вон, Адам, вперед, и выше, вперед, там за Адамом, вперед, сюда. Опять же, я же не пою, а ты мне уже... Да? Здесь начинаем, продолжаем. А там вдвоем. Сейчас мы еще садка было много. А чего? Сзади еще. Улица один же. Как же все посажено? Целых два дома. Мы не бываем. Целых два дома. Я взяла кассу, я научилась косить. Я косовица, Вась? Нет, у этих соседей нет. А электрокоса у них, может, есть? Все нормально, зато зелень немного, правда? Нет, зелень надо убрать. Тут бы поосваривать. Чего? А чего надо? Что? Да. На равных. Наша действительность. А что там премьер? Утиная охота. Да где это? Ну, малый драматик. А, испугались? А никто не испугался. Так вы, наверное, озеро искали. Советское, да, я искала. Так вы далеко зашли? За горевок, а то куда же в поля пошли за какими-то чужими дядями, блин, не ходите, не то. Трудом не шли. Ладно, спасибо тебе большое. Все? Спасибо. Спасибо. Ладно, спасибо большое. Я тебя люблю. Да нет, я еще хочу. А, ну еще, ну хорошо. А, серьезно, день рождения? О, это да, это да. Возраст молодеческий. Тогда поздравляю. Я не вижу. А вот такая полосатая. Нет, не знаю. Года прошло с одного раза. Ну, так примерно так все и было. Ну, сидите, ставьте. Сидите, ставьте. А то вы всю воду их пьете.
Все, все, сейчас закрываю. Некуда будет нырять. Хохол, спасибо тебе большое. Да-да-да. Бог любит троицу. Это 2-0 сейчас будет или 3 уже? Во имя Сына Духа. Или 3-1. Во имя Святого Духа. Опа, опа. Лиза. Фу, замечательно. Меня не поливай, я тебя убью потом. Так потом же ведь. Никто не снял. Да я сам полюсь. Не, я успел. У меня сегодня день рождения, ребята. Можно, да? Да. Ну, ныряй. Все истратишь, ты что? Да, конечно. А тебе нужно лучше в озеро сразу. Потому что ты сейчас наступишь на твой шнур. А озеро уже это работает? Я скажу одно слово, ребята. Можно и два. Дай мне кадыши. Это знаете? Давай поцелуемся. Вот теперь можно поцеловаться. Да ладно. Нас снимает кто-нибудь? Да. Мы целуемся. Я тебя облила, сама облилась, теперь целуемся. Я тебя знаю. Валера, привет. Боже мой, ты здесь. Слушай, так это у я, хозяин. Слушай, вот это да. Встретили два Валера, да? Я тебя приходил туда. У меня нигде не отпечатывалось номера. У меня же определитель номера. Я туда приходил, а у меня дети твои встречали какие-то пацаны. Нет, надо. Твои школьные. У меня же номер определяется. Если бы что-то ты звонил, приезжала два раза. Была причина. Вы тоже поете, да? Ты с гитарой сейчас? Вдвоем или втроем? Не, у меня своя, еще своя такая. Там, а в одежде обливаться нехорошо. Вот цветочки. Нет, никто не будет обливаться. Да. А что ты хочешь тогда? А что? Подожди, Ивана Купала, ребята. Выбирай слово. Расти уже некуда, да? Не, куды? Озерный. А где моя? Не, ну судак, наверное, все-таки да пресноводный, вот да? Красавица, посмотрите, загадывайте желание. Не, голова больше, я чем у вас. Сейчас Валера все расскажет. Я не знаю. А еще как про это? Это маленький по 10 грамм. А святая, может быть, такая водица. Неосвещенная. И мы хотим на мой день рождения спеть одну песню, маленькую песню. С аккордеоном, если можешь. Нет. Давай, открывай его. Сейчас. Так меня разбило, тут било. Разбило сердце мне. Ах, эта девушка меня с ума свела. Разбило сердце мне. Покой, дела. О, я с этой... Это что? Пожалуйста, это просто святая вода. А ну ты слышишь? Святая? На Ильи. Да, за день рождения. Давай. С Иваном Купалой вместе совпало. Потом наливать, да? Сначала давай немножко посидим. Нет, давай наливать. Я настолько устала, что видишь, да как я... Так вот. Летел один маленький. Орел. Только недолго, орел. Пожалуйста. Это ты? Я по жизни думал, как тяжело там вот. И вот это летающее, как облако чувствовал. Это было очень тяжело. И он нашел голубку, но она была без одного крыла. О, это многовато. И 30 лет он ей помогал, на дом крыло поднимал и летал на ней. И родились у них три голубя, красивых, как ястребы. И зубами своими метали все грозы, все улюбили. Я бы хотел бы выпить за тех женщин, которые умеют по жизни своей созерцать и чувствовать тех мужчин, которые могут на двух своих крылах всю жизнь пронести. Однокрылую женщину. За самых красивых, добрых и честных людей. Давайте три раза. Гип-гип. Ура! Гип-гип. Ура! Гип-гип. Ура! 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 Качать, качать не будем? А воду? Воду? Надо. Я тоже. А кто подбрасывать будет? Потом мне.
Если его... Не, ловить, ловить поймаем. Все будет. Ой. Подбрасывается лак. Это вот, его туда да. В крапиву. А что это? А вода для чего? Еще он крепче? Святая вода, это водка. А оказывается... А ты что, не знала, что это? Я хочу выпить женщины, которой... Ну, послушайте. Слушайте. Господа, именинник просит внимания. Нет, не только именинник, моя хорошая. Сегодня день Ивана Купала. Ночь. И я хочу... Это правда. Это всегда было. Я вот этот маленький клочок... Маленький клубочек пива. Как она называется-то? Еще березовый, помнишь, был? По старинке. Я хочу выпить с женщиной, которая мне очень здесь нравится. Это все остальные, да? Не маленький глоточек, не то, что у меня день рождения, а просто как мужчина, мне достаточно сил. Согласись? Я с ней хочу выпить маленький клубочек. Черпочек. Сама выйдет? Подождите, никто против не будет? Вы на Ивана Купала всегда так делается. Моя хорошая, я могу тебя пригласить? Где там хорошая? Вот она. Самая замечательная женщина. Чтоб я тебя любил всю жизнь. Чтоб я тебя любил. А чтоб я тебя? А как она поет? А это грох. Мы еще романса еще не спели вам. Мы еще не спели ничего. Ну давайте испойте сразу. Сейчас, подожди, немножко отдохнуть. Смех, смех, она устали. И теперь здесь глоточек остался для нашего сиятельства. Вот именинника. Называется Горбатова. Горбатый. Горбатый. Наш, соединяешь нашу любовь? Поцелуй наш. Все. Я сказал Горбатый. Вот теперь Купала. Где аккордеон? Купаться. Где аккордеон? Где аккордеон? Это перед и после дня рождения. Завяжи ему вокруг ноги. Валер, да нет. Не, он сейчас, она сейчас сделает как спортсменом завязывает. Да у меня штаны падают. Я же весь Кавказ вот, большой штаны. Он не падает. Дайте минуту. Нет, я думаю, что лучше так просто. Целует как не целует-то. Давай, щуку. А сейчас, вот подожди, сейчас я с ним. Сейчас, вот так, секундочку. Так и быть. Спасибо большое. Наконец нашли. Комсомольцы. Ну вот. Yes. Я вместо скрипки. Смотри, как было уже. Но она чище, чем она. Да я тебе вытру вот это место, вот это все-таки. Я потому что я ничего. Ну, можно еще? У них все есть. Жена мне выбрала. Окружу же пешеход. Я прожжу. А вода по асфальту рекой. Валера, это для тебя. Это тебе, а? Выходи в круг. Так, ну? Так продолжай, они уже это танцуют. А вода по асфальту рекой, и неясно прохожим в этот день не погожий, почему я веселый такой. А я играю на гитаре у прохожих на вино. Волшебник в голубом вертолете и бесплатно волшебник. Кто показывает? Деньги поздравит и наверно оставит. Я не знаю, что там. Где? 500 кис. 500 рублей, дай еще. А вдруг водки? А я играю. Ящик пива и кис-кис. Гармошки. У прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Какой несчастный. Вода. Спасибо.
Ну а что ж не взять-то? Пора нырять. Ой, пора давным-давно. Я так хотела. Я ушла с мечтой об озере. Только без сигареты. У меня... Нет, знаешь, что есть? Подожди. А кто что у нас? Нет. Ликей, я не хочу, чтобы вы так стояли. Сейчас вспомню. У меня есть блюдо... Как зарадовало недавно голосы, а я люблю женатого. Парней так много голосы, а я люблю женатого. Ух, рано он завел семью. Печальная история, я от тебя любовь даю, а от него тем более. Боюсь, ему понравится. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого. Парней так много холостых, а я люблю. Ти дідуро, ти димашо, та в дверево. Шурди гладива, шурди гладива, шимиро. Шедену деба, шедену деба, шедула. Седа вода, седа гнигда, седа. Гляди на меня, ты с тревогой. Вроде не совсем сошел. Манят нас русские дороги и влекут неведомо куда. Да-да-да. Да-да-да.
Нет, позвенеть. Побенчить. Так ты в ритм ведь. На него, да? Совсем седой, как песню с девочкой мой. Про мою любовь, которой нету больше, но сыграть ему лето не хочу. Ты бы лучше не этой. Как мне домой, что мне даже сегодня выпьем от души такой-то зелень. Повторяем.
О, с головой. Да, что-то хищное есть. Ну вот. Самое главное, что хищное. Все. Проси меня за... Это я сказал. Ой, да, да. Я и слов не знаю. На шампуре раньше. Живет моя ограда.
Ну, слушай, ну ты же Виолетта, ты же меня видела. Серьезно, кому надо, я готов говорить сколько угодно. Просто не всем это нравится. Ребята, счастливо, спасибо за компанию. Еще раз вас с праздником. До свидания. Было очень приятно. Счастливо вам оставаться. У вас тут вообще прекрасно. До свидания. До свидания. Если бы кто-то подыграл, я бы спела. Все. Осталось ровно 27 минут. До чего? Скоро начнем. Объяснить не могу. Просто у меня острый уровень выжимает. Что у нас есть-то? Чего? Я не знаю, что у вас есть. А где банка была такая? А, я понимаю. Вот она. Не глядь, Даня, не глядя. Нет, отпусти. А вот. Жена. О! Жена бы так не бросила. Подыграть я не могу играть, я через больную рубашку. Принес. Нет, молодец, Валя. Не нравится. Вообще, да дай тебя сфотографирую сейчас, Валя. Тише. Стой, подожди, так, стой. Не меняй положение. Стой так, как ты стоишь. Так, подожди, стой, до секунды. Женой хочешь фотографировать? Нет, одного. Сейчас, подожди, одного. Ночь такая лунная. Вот и все, нормально. У тебя со стаканами, конечно. Я пленки там нет. Я на семиструнке играю, ну. Все, во, вот сюда сяду. А я ж картошку хотел. Мы сейчас ее, сейчас. Давай. А все, последнее. Я бы с удовольствием сыграла. Да, чёрт, да ладно, плевать. Вот, давай, гитары заткнись за спиной. Жалобно заныли. С детства. Ты не цыган, ты говно. С детства памятный мотив. Друг любимый ты. Эх, раз! Еще раз, если цыган. Еще много-много раз. Эх, раз, еще раз. Еще много-много раз. Эх, раз, еще раз. Еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Так, бутылку взял, понятно. Бирюзовые воды колечи вовне раскатились, о, над галушком. Ты ушла, и твои плечи скрылись в ночную тьму. Давай. Наташа, мы с тобой целую ночь мыли посуду. Мы мыли всю посуду. А ты мне два раза уже стаканчиком ударяла. За какие-то 60 рублей, ебать не мог. $100 я сейчас тебе отдам, Серёг. $100 не 60 рублей, мой хороший. Ну, мы разберемся с тобой так. Она мне за... Сейчас все, не бегай. Некрасиво. Молчу. Ну, пожалуйста, ну так. Молчу. Ты же автор исполнитель. То, что я бесполезно, я убираюсь. Все. Нормально. Я с тобой нормально играю. Я с Жоржем вообще великолепный. С Жоржем вот так играю. Вот Жорж вообще замечательный. С Жоржем мне с ним очень легко играть. С Жоржем играю все, что угодно. Сходу, да. Я с Жоржем играю все, что угодно. Жоржа нет, к сожалению. Вот он так, да. Вот у меня есть своя песня. Жоржем играю сходу, да. Абсолютно все играю.
Говорить можно? Да. Песню с Лариным, с Антоном. Нет, я подожду, когда все замолчат. Я не буду перебивать. Говорите. Она умница, Дима. Она умница. Вот когда все замолчат, я буду говорить. Это были все. Начинай. Можно? Да. Спасибо. Ты кое скажи, какой мужчина тебя слушать не будет? Вот видишь, как? Да. Вот я жду. Как он уловил. Я ведь жду. А ты молчишь. Так, все молчат. Объявлять можно? Не надо, я сама. Песни-то нет. Нельзя же так. Какой ты русский, если ты сказал, какие, что ты грек? Какие радянские. Так, еще 3 минуты, и я ухожу. Тихо, я сказала тихо. У меня есть роза дома. Ты говорила громко. Теперь я говорю тихо. Ну, пожалуйста, я слушаю. Все. У меня есть роза дома, я вчера уже пела этот романс. И что ты сможешь? Вот он меня перебил. Это я говорю? Ну, спой песню, блядь, твоей мать. Лепестки, как тепло. Вам слышно? Да. Там перебивают? Ну ничего. Ребят, потише можно? Лепестки, как тепло, поцелуя, сердцевина, как страсти глоток. И подумалось, если умру я, и подумалось, если умру. Вот в такой же цветок. Говоря, начинается концерт. 200 человек в зале. Так, помолчите, пожалуйста. 200 человек в зале. Вот так вот администратор открывает занавеску. Я не вру. Открывая занавеску. Наташа, откуда столько зрителей? Я говорю, да это я всех сама насобирала по телефону. Бутафория, сценарий, режиссура, там все такое. Песни, папа, мама, там туда-сюда. Начала. Пожалуйста, я вас не... У меня видеозапись есть, могу показать. Как вас? Лена. Я нарочно это делаю. Так, так, Юля, Лена, я, Валера. Вот, как вас зовут? Игорь. Игорь, это я помню. Я вас как зовут? Валерий. Замечательно. Тебя Валера, тебя Зина. А тебя как зовут? Адам. Молчи, пожалуйста, а то ты не мешаешь, да? Александр Игоревич. Я понимаю, что он тебя вас тоже на свет. Нет, а вот еще... Простите, вы смеялись. Даню я громко. Я забыл, как вас зовут все-таки. Как вас звать? Меня зовут Наташа. А вас? А вас? Доцент тупой. Доцент тупой. А меня зовут Наташа. Все запомнили. Чтобы потом никто не запомнил. Это ужасно, это люк. Смотрите, я поднимаюсь, ищу сына в куртке. Мне только, знаете, ну я там поцарапала спину, конечно, основательно так, но... Все зажило уже, вообще ничего не следа. Да, идут, идут. Они же закоптились уже. Да. А это-то зачем? А это пусть она так коптится. Она сейчас подгорит и будет. Она долго-долго будет гореть. А здесь угольки будут. Да будь женщина. Хорошо, я должен сделать. Там, о, есть, все. Валерка, что? Кофе. Так ты и сказал, у тебя кофе есть. Да сумасшедшая. У меня было, но... Вот ты доставай, было, прячет. Да нет, Валерка, кофе сделай, срочно. Так от нас прячешь. Ты знаешь, что такая женщина? Вот такая женщина. Так доставай кофе, кипяток есть, кофе. Нет. Зато сразу все понятно. Валерка, ты идиот. Ты идиот. Я же пою красивый романс. Болит. Вот травма. Ой, извините. Но все исчезли. Подожди, а что я сказал еще? А мне душа, так мне воды знать. А вальсы хочу танцевать. А вальсы хочу танцевать. Ты познала, как я вчера
Лучший вал Советского Союза вчера делал, да? 49 лет! Мне такие женщины предлагали внимание. Человек девер, сородомый чагбес. Чудилась сын, где твоя жена, спрашивали меня? Самая любимая, красивая женщина. Слушай, как гитара играет. А тебе не нравится, как гитара играет? Я понимаю, что ты не шутишь. Ну, берите нормально, пятую. Да я возьму долю пятую. Шестую долю, да я же шестую. Да, с твоим слухом. Сурдела де гла, гладава. Чулерене, седаби, шита, ком. Курди де ланте, вэвэлэ. Кому скажешь его? Вот, это другое вот разговор. Это профессионал. А ты не говори, там чего там врешь-то? Можете еще что-нибудь сыграть? У вас очень хорошо выходит. По-английски, французский, итальянский. Вы лучше, пожалуйста, сыграйте. Веселая очень, а вот что-нибудь как бы заводная. Как раз это было, как раз очень романтическое и проблемное. Вы же не любите, Ирина. Мне любовь, там не отдашь, там не дружу, а мне запомнить на рабы, да что бывает, Адам, слышь, последний раз, да может быть, своих друзей, да никому друзей своих я не оставлю. Да не гляди, да как болеет, а мне душой своей болеет, давно бывает. А потом шедевры создаются. Вот я напьюсь, точно, солнцем бред наговорю, а потом я сам заплачу. Подумай мне, и сколько лет грязя. Спасибо. Вот так, Бог, сними ее вот отсюда. А я любимым. А для меня, мой Боже мой, да сохрани себя. И перехрещусь не раз еще, а 100 подряд. Ой-ой-ой, там не было,
вчера терял, а для себя. Ну как, может, да, может. Вот просто продумать, как бы воскресенье. Ко мне конфетки? Не знаю. А что, конфетки были? Для меня это полная неожиданность. Не, а тут оставалось-то всего ничего. Это аккумулятора. Хвостик там, да, уже? Не, а пленка-то есть. Вчера аж стемнело-то не так, чтобы быстро. Один к одному так пошел. Тоже такие же вот сосновые. Вот там прямо дачи выходят. Здесь вот дачник, там прямо дачи выходят. Ну не станет, не идет. Ну, в одном. Не, ну был же год вот позапрошлый, жарче у нас было тут.
чем на Юхов. Я вам другое расскажу. Да, да. Вот такой, у нас такой Леша такой был, как его зовут сейчас. У нас по главной культуре в Питере был. Он сейчас уже был в законодательном собрании, в этом созыве его жены. Романов Леша, да. Он, кстати, больше всего за границей сидели. Он очень интересный музыка. И вот я хочу сказать, очень интересное вот такое мероприятие. Они каждый год уже на протяжении 35 лет они ездят не голубые озера, а вот за Зеленогорском есть тоже. Не помню, как они называются озера. Ну, не знаю, там два или три озера есть такие. Там они тропицы называют. Вот, короче, в прошлом году на 9 мая они приезжают. Приехало 300, аж 300. А обычно там на 9 мая там просто лед опускается, просто на дне стоит еще. То есть вода ледяная, вот. Еще мало того, что ледяная, да еще надо туда прыгнуть. Интересно. Кстати, можете съездить, на 9 мая там всегда вот они ездят. Закатный размер. Сантиметров, скажем. Да. Какой формат сейчас? Я на формат. Плакат обычный. Стандартный размер 600 на 900. И ватманский лист. Чуть даже больше. Побольше. Ватманский 800. 597 на...